тайные действия Божии причастниками оприими, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащается раба Божия из-за тебя. Огради меня твоими святыми молитвами, все пречистые владычицы наши.